Сегодня в микрорайоне лесхоза пуск газа. Вообще, конечно, это великий праздник. И сегодня еще будет одно мероприятие пуска газа в селе Заболуйка. Вы знаете, мы построили дороги до Юлова. Мы построили дорогу до ФАП завода «Свет». Мы построили, соединили территорию нашего микрорайона Китовки с Троицким. Сергей Иванович поручил и выделил средства на то, чтобы построили сельский дом культуры, восстановили в Троицком. Мы сквер сейчас будем Сергею Ивановичу показывать, демонстрировать. Мы в завершающий сегодня день будем показывать парк. Это только маленький перечень вот тех дел, которые мы сделали. Сергей Иванович, спасибо. Вот то, что на территории нашего муниципального образования работает проект, программа президента нашего Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «Комфортная среда и безопасные качественные дороги».